Приветствую, друзья, всех на канале Волк War Games. Это военные игры с Волком. И вот сегодня такая у нас занимательная запись будет. Появится на канале. На ниве увлечения историческими всякими сражениями и прочим таким контентом, да. Внезапно я вспомнил, что в игре Total War имеются тоже свои исторические сражения, которые, ну, более-менее так воссозданы по мотивам каких-то реальных битв известных в истории различных государств. Ну и вот, поскольку у меня до сих пор на компьютере стоит Total War Shogun 2, который мы безуспешно, ну, в смысле, играли-то успешно, но игра эта больно уж не стримовая, вот, потому что очень много всяких действий. Ну, ее в годами реально проходить можно на канале. По этой причине прохождение угасло, вот, к сожалению. Но, тем не менее, решил я вернуться к этой игре, в том плане посмотреть, какие тут исторические битвы имеются. Тем более, в истории Японии я, ну, да, не то, что не силен, я вообще о ней практически ничего не знаю. Вот. Заглянул в этот раздел, да, битвы есть, и вот сегодня выкладывается запись битвы при Окехадзаме, которая случилась в 1560 году. Значит, историческое описание битвы появится. Я, к сожалению, своими словами очень мало что могу об этом рассказать, за исключением буквально некоторых подробностей. Значит, находится это место, где все происходило, на территории Японии, вот между вот этими двумя городами. Я туда в своей компании не дошел. Это от меня далековато. Вот, к сожалению. То есть места для меня насквозь незнакомые. Даже названия городов ни о чем не говорят. Так, что касается исторического описания, справочка, вот она, пожалуйста, с Википедии прилагается. От себя можно сказать, что битва, ну, насколько я знаю, имеет очень большое значение в истории Японии, потому что с нее как бы вот вроде как пошло, ну, объединение, то есть была своя у них, естественно, феодальная раздробленность, вот, и в результате этой битвы товарищ, которого звали Ода Нобунага, вот, он в результате решительных своих действий проявил такое свое полководческое дарование, разбил на голову намного превосходящего противника, ну и, соответственно, авторитет свой повысил до невообразимых высот, и под его, ну, знамена будем считать, значки, так скажем, начали массово вставать, в общем, другие самураи. Соответственно, его клан, представителем которого он был, резко усилился. Это позволило ему подмять своих соседей. Ну и, в принципе, вся история нам такая знакома по истории нашей собственной страны. У нас было примерно то же самое. Вот. Что можно сказать по тактике, да, чтобы самому не вдаваться быстро в такие подробности. Значит, победившая страна намного была слабее, вот, и победитель, ну, в смысле, человек, который претендовал на победу, оппонент, которого звали Имагава Йосимото, расслабился до такой степени, что разрешил своим воинам отпраздновать победу досрочно. Ну, это как бы плохая примета, мягко говоря, вот, то есть праздновать победу над противником, не одержав ее. Ну и вот судьба, собственно говоря, покарала со всей жесткостью за такое расслабление. То есть, кроме того, на поле боя, ну, над тем местом, где произошла битва, в тот день была серьезная непогода, шел дождь. В общем, такая погода не военная, поэтому никто ничего особо со стороны проигравшего не ждал. Ну и в результате Нобунага этим воспользовался и, имея всего лишь около 3000 воинов, решительно атаковал силы противника, которые в общей сложности насчитывали 25 тысяч человек. Это, ну, ориентировочно, конечно, кто там знает, как считали в 1560 году. Вот. Ну и тем не менее, восьмикратное превосходство примерно по этим цифрам. Это его не смутило, он атаковал лагерь, в котором располагались войска оппонента. И, соответственно, их решительно разбил. Вот. Нам предстоит в сегодняшнем сражении, в общем, посмотреть, как это было, и попытаться, встав на место Имагавы, отбой Ода Нобунаги,
Ну, тут трудно, конечно. Тем более, не тот, мне ни о чем не говорят, по большому счету. Но, тем не менее, встав на место победителя, попробовать повторить, так скажем, его ратный подвиг. Мне больше всего нравится вот последняя фраза в этой исторической справке, которая проведена. Я ее зачитаю. С другой стороны, битва при Окэдзаме прославила на всю Японию имя Ода Нобунаги. Это укрепило его власть во владениях и облегчило завоевание других земель, поскольку и свои, и чужие самураи стремились драться под флагами этого бога войны. Хотя эта битва принесла Оде победу и славу, он никогда больше не повторял таких рискованных атак. Ну, что, в общем-то, говорит о том, что человек был весьма умный. То есть, во-первых, решительный, вот, который не побоялся абсолютно, ну, со скромными такими силами атаковать восьмикратно превосходящего противника, победить его, но при этом он понимал, что такое может быть раз в жизни буквально. Вот, и, ну, в общем, если раз повезло, то это далеко не факт, что повезет еще раз. Так что вот мы за такого вот интересного человека сейчас поиграем. Так, значит, еще интересно меня, что поразило, это вот. Я, правда, не знаю, когда этот памятник был создан, но я хочу сказать, что это вот пример такой, да. Здесь Ода Нобунага, это он слева стоит, и побежденный им Имагава Исимото, соответственно, сидит. Вот. Ну, если их местами не перепутали здесь на описании. Вот. В принципе, достойно, то есть конфликт, который был когда-то, вот таким образом увековечен, и на памятнике есть и победитель, и побежденный. Вот. Хотя в то время они были врагами друг другу, но вот поскольку это историческое событие, и сейчас уже об этом ломать копья бессмысленно, поэтому разумно воздать должное обеим сторонам и, соответственно, запечатлеть их в одном месте, то есть и победителя, и проигравшего. И, ну, памятник-то это может быть, конечно, и какой-то, ну, скажем так, новодельный, но вот это место, могила Имагавы Исимото на месте битвы, которая, вероятно, сохранилась с 1560 года, ну, это достойно уважения. То есть, ну, много ли мы знаем могил, вот, в общем-то, наших предков, которые, особенно в каких-то гражданских противостояниях, не, да и при отражении, так скажем, внешних агрессий, вот так вот достойно обрели место вечного упокоения, и потомки об этом помнят и чтят. То есть, вот пример, в общем-то, такое очень достойное подражание, на самом деле, повод задуматься. Вот, ну, собственно говоря, нам нужно повторить эти события. Значит, что мы имеем тут? Так, сейчас. Битва при Окехадзаме, 1560 год, в которой Нобунага Ода проявил свой тактический гений и отвагу вопреки всем трудностям. Исимото Имагава привел армию, численно превосходившую силы Оды, но Нобунага подошел к лагерю противника с тыла, внезапно атаковал и наголову разбил врага. Эта победа принесла Нобунаге Оде славу великого полководца, сделав его одним из самых знаменитых воителей Сэнкоку Дзидай, эпохи воюющих провинций. Это первое из исторических сражений, которое представлено ну, в соответствующем разделе игры Total War Shogun 2. И кроме этого еще имеется 5 сухопутных и одно морское сражение. Ну и еще набор определенный есть сражений в закате самураев. Вот, но я не знаю, будут ли еще, но вот захотелось мне как бы сделать запись конкретно этого боя. Тем более, да, забыл сказать, я в исторические сражения не играл вообще никогда. Вот я сколько в Total War имел дело с ними, я почему-то, ну, просто игнорировал эти разделы. То есть, пользовательские сражения, исторические сражения, никогда не играл. Я даже не знаю, почему. То есть, только вот в компании, все, больше я никаких режимов там никогда не пробовал. Так что это вот мой первый опыт, и первый раз я вообще играл в жизни. То есть, хотя серию Total War знаю уже не первый десяток лет. Ну вот, так что вот. Такая вот у нас сейчас проба такая. Пробный шар.
Итак, удар, гонг. Йосимота Имагава прибыл в Окихадзаму с войском большим, чем у Набунаги Оды. Имагава привел столько людей, что несколько советников Набунаги в один голос убеждали своего господина сдаться. Но тот не допускал подобной мысли. Йосимота был настолько уверен в победе, что позволил своим людям отпраздновать ее еще до битвы. Набунага повел своих воинов в ущелье, где находился лагерь Имагавы, но небольшому отряду приказал остаться на месте. Воины должны были поднять множество флагов, чтобы сбить Йосимота с толку. Вот этот момент я забыл упомянуть, тоже показательный очень. Пока Набунага вел наблюдение за действиями Имагавы, ему неожиданно улыбнулась удача. Началась сильная буря. Буря и пир воинов Имагавы предоставили Набунаге отличную возможность для нападения, которое стало решающим в битве и вошло в историю. Я собираюсь отвести войска на север от лагеря и напасть оттуда. Но сначала нужно избавиться от всех патрульных Йосимота в лесу. Пойдет лишь кавалерия. Так будет быстрее. Покончив с патрулями, мы нападем на лагерь. Наша цель — шатер Йосимота. Нам надо добраться до шатра Йосимота, пока бойцы дома Имагава не поняли, что к чему. На первом этапе нам доступна только кавалерийская составляющая нашей армии. Она представлена у нас 5 отрядами. Тяжелая кавалерия. Из них 2 отряда — это всадники с копьями, ну с яри по-японски. И 3 отряда — это всадники с катанами. Остальная армия стоит на месте. Вот, и ждет наших успешных действий. Сразу скажу, если проиграть вот первую фазу действия кавалерии в лесу, соответственно, битва считается проигранной. То есть здесь обязаны мы победить. Ну, вызывает, конечно, улыбку вот эти вот патрули. Человек по 200, зато не страшно. То есть я очень долго смеялся, когда это увидел. Ну, остальные силы противника, они раскиданы по лагерю. К сожалению, механизм игры не дает возможности показать, что они находятся в палатках. Вот, поэтому они просто раскиданы на большой территории. Ну, принято решение обходить по флангу, то есть в максимальной дальности от противника, чтобы из лагеря ничего не услышали. Ну, как вы понимаете, в общей сложности у нас 5 отрядов по 80 всадников. Это 400 конных бойцов, и бесшумно такую массу передвинуть достаточно сложно. Поэтому выдвигаемся по флангу. Я пытался сделать упор на максимальном показе бойцов, то есть все такие масштабные стратегии, они страдают от того момента, что, то есть графически все очень прекрасно сделано, да, то есть мы можем нырнуть камерой на поле боя и посмотреть буквально, как там друг друга хлещут мечами и насаживают на копья, но при этом в нашем подчинении столько отрядов, что если мы будем злоупотреблять этими крупными видами, то мы проиграем сражение, потому что не заметим, где происходят какие-то важные события, где нас там опрокинули и так далее. Ну, вот. Поэтому я стараюсь для себя найти баланс. Мне очень хочется посмотреть на то, что происходит вот именно внизу. Вот. Но и при этом, как видите, нужно, соответственно, сохранять еще бразды правления, потому что заместителей, к сожалению, у игрока нет. Вот.
бережем лошадок, чтобы они не устали. Вот, выдвигаемся до опушки, так скажем. Перед нами дальше ровное поле. Вот. Ну и, соответственно, конец у нас здесь встает. Вот, я начинаю думать, что же нам делать с первым отрядом. То есть, естественно, нельзя допустить, чтобы они развернулись к нам лицом и приняли наш удар. По-моему, это копейщики. Сейчас, если камера туда наедет, то посмотрим. Но в любом случае, кавалерия атаковать в лоб пехоту — это бессмысленное дело. Кавалерия вообще нужна для того, чтобы создавать сумятицу на поле боя, вот, бить по легким незащищенным частям противника и потом преследовать отступающих, рубить их, все. Вот это, в принципе, задача кавалерии. То есть ходить в лоб на копья тараном, как танки, это все-таки несостоятельная тактика. Поэтому в данной задаче ставлю я цель окружить. То есть, смотрите, пехота противника увидела один из отрядов, начала его атаковать. Вот, я его отвел и атаковал решительно с фланга. И второй отряд послал с другой стороны ударить, соответственно, по противнику в спину. План блестяще сработал. Два отряда кавалерии спереди и сзади. Устоять невозможно. Тем более, насколько я понял, противники это крестьяне просто легко вооруженные. Так, сейчас у нас наши кавалерийские отряды приходят в себя. Они рассеялись. Я их призываю к дисциплине. Вот, и, соответственно, распределяю обратно по подразделениям, потому что они все перемешались между собой. Так, ну и таким образом первый дозорный отряд нами был уничтожен. Наша цель перестроиться. Вот. Ну и таким же образом взять ловушку второй отряд. Пока у нас есть время, можем оценить потери. Значит, у нас в первом отряде самураев, всадников с катанами убыло 6 человек личного состава. И в третьем отряде 1. То есть разгром 200 человек нам обошелся всего лишь, соответственно, в 7 погибших бойцов. Так, ну а смотрите, важный момент. После того, как кавалерия сняла первый дозорный отряд противника, наша армия пришла в движение. Вот, и это нас, мягко говоря, так подталкивает к активизации наших действий. Иначе просто получится все очень плохо. Противник обнаружит движение нашей армии. Вот, поэтому мне нужно успеть выполнить свою задачу до этого. Так, поэтому я начинаю резко маневрировать отрядами. Ну и, соответственно, ситуация повторяется. Противник обнаружил нас, мы начинаем атаковать во фланг и с тыла. Так, демонстративный наскок конницы и отскок. Вот, и пока противник не развернулся, другой отряд атакует его расстроенные ряды. Ну, операция повторяется абсолютно тем же способом. Так, я контролирую ситуацию путем оставления резерва, если нас обнаружит еще кто-то. Но все прошло гладко, остальные не обнаружили. Хотя в нашу сторону выдвигается еще один отряд пехотный. Так, маневрирование продолжается, даже не успевая привести бойцов в порядок. Ну и потери, опять же, незначительные. Там, по-моему, вообще 3 человек... Нет, чуть больше. Но меньше 10 потеряли. Так, происходит то же самое. Отвлекли на себя внимание третьего отряда. Еще одна ложная атака, потому что мы увидели, что противник повернулся в нашу сторону. Ну и, соответственно, наносят удары свободные отряды. Противник разделяется на 2 части. В панике, не знает, что ему делать. И, соответственно, его сминают. Все, отряд уничтожен. Потери у нас имеются во всех 5 конных отрядах, но они абсолютно незначительные. То есть 6 убыло, во втором 3, 7, 1 и 3 человека.
Ну, конная лава. Просто конная лава. Ну, вот место побоища. Ну, и остается перед нами два отряда. Два отряда дозорных противника. Наша армия подтягивается за нами, пехота идет. Так, ну и сейчас наша задача встретиться с кавалерийским отрядом. Мне тоже противник, наверное, посерьезнее будет. Вот, поэтому мы опять же принимаем меры к рассредоточению, окружению его, охвату. Но они нас не замечают, двигаются вперед. Я не успеваю посмотреть, но по виду это вроде тяжелой кавалерии. Всадники с нагинатами, ну да. Хотя разумно, конечно, в дозор было бы легкую кавалерию поставить, но может у них не было. Так. И у меня вот достаточно серьезные такие проблемы с кручением вот этой конфигурации. Это будет видно позднее, когда... Вот, нас обнаружили, смотрите, обнаружили. И атаковали нас первыми. То есть я сейчас принимаю решение пока забыть про тот отряд, на который мы охотились. И вступить в бой с этим кавалерийским отрядом, который нас атаковал примитивно. То есть они, видимо, не ожидали, что у нас такое количество. Обнаружили один отряд и опрометчиво напали. Вот. Но сейчас потери у нас серьезные. Обратите внимание, всадники с катанами, на которых этот отряд обрушился, потерял больше половины личного состава. На данный момент осталось всего 38 всадников. 36, 35. Ну, победа нами одержана. Но один из отрядов у нас потерял больше 50% численности. Ну и остается последних добить. Вот этот кавалерийский отряд. Я, честно говоря, крайне не люблю, начиная с первого еще Total War, в который играл. Это был Рим, по-моему. Битву в лесах. Потому что очень какая-то, на мой взгляд, обратите внимание, лошадь наша без всадника. Деревья постоянно мне лезут в камеру, они мне крайне мешают, и почему-то они все очень здоровые. То есть мы постоянно ведем битву в каких-то грандиозных лесах, где огромные деревья. То есть мне хочется для чистоты, так скажем, где-то в поле воевать. Ну вот, контакт с последним отрядом. И буквально опять в других ситуациях можно говорить бой с колес, но здесь бой с копыт. Вот, сейчас наша задача окружить их, соответственно. И вот, подходят наши свободные отряды, атакуют, присоединяются к атаке. Не с той стороны, откуда хотелось, конечно, просто наращивать массу удара. Но из-за того, что мы подавляющее преимущество имеем в численности, тем не менее мы легко наносим поражение последнему отряду. Ну, собственно, все, первая задача выполнена. Патрулей больше нет. Теперь в лагерь. Мы соединяемся с нашей пехотой и... Помните, главная цель — Йосимото. Мне нужна его голова. Ну, голову реально принесли. Это японская традиция — отрубать голову поверженных врагов. И есть даже исторические изображения, где вот это происходит. Честно говоря, до сих пор трудно это воспринять с точки зрения представителей европейской цивилизации. Вот эти варварские абсолютно обычаи, но... по отрубанию чего-либо у поверженного врага и рассматриванию этого. Это выглядит, конечно, ну, не знаю, с точки зрения, опять же, европейцев, это омерзительно выглядит. И чем это продиктовано, кроме дикости, непонятно. Ну, хотя наши предки тоже грешны тем же самым, тут откровенно-то, да, говоря. Не так давно мы изжили из себя эту традицию. То есть у нас тоже это практиковалось. Но, по счастью, это больше не наш выбор. Так, друзья, давайте пока мы движемся к лагерю противника, рассмотрим боевой состав и оценим потери. Значит, у нас армия состоит из телохранителей полководца, отряд из 40 всадников, ну, включая его самого. Кавалерия наша из 5 отрядов понесла... Ну, давайте, значит, один отряд у нас потерял... всадников с катанами 6 человек, с второй 10, третий, к сожалению, остался в количестве 31, то есть потери составили 49 человек. Всадники с копьями, с яри,
В одном отряде было 20, и во втором 24 человека потери. Пехота наша представлена 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 отрядов. Из них 5 это профессиональные воины-самураи. В каждом отряде по 160 человек личного состава. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 отрядов это крестьяне, осигару с копьями. И 3 отряда это лучники. Соответственно, все отряды эти по 200 человек. Но чисто массовка, по большому счету, серьезных ни ударов, ни... Ну, то есть, ни в атаке, ни в обороне они, по крайней мере, не обучены осигару, большого такого значения не имеют. Они сугубо за счет своей большой численности, ну, как это, в принципе, и было в средние века. То есть, главную роль играла в средневековье кавалерия, вот, а пехота, не рыцарская пехота, я имею в виду, набранная из ополчения, она создавала, по сути, массовку, то есть... Рыцаря она боялась, если противник начинал уже побеждать откровенно, все разваливалось очень быстро. Вот, но, тем не менее, ну, здесь та же самая ситуация, на самом деле. То есть, если мы побеждаем, как бы эти массы пехоты необученные, они еще более-менее нормально себя ведут. Если мы начинаем терпеть поражение, они разбегаются, ну, то есть, за счет, если, грубо говоря, собрать армию сугубо из них, то победы не видать. Ну, если у противника не такая же армия. Потому что самурай любой превосходит все равно это необученного крестьянина на голову. Вот. Значит, поскольку я не играл очень-очень давно, соответственно, у меня есть проблемы сейчас с развертыванием армии. Тем более сложная оперативная ситуация такая. Противник раскидан, и я не знаю, будут ли они объединяться или нет. То есть не ударят мне где-нибудь во фланг, в тыл зайдут. Поэтому я долго не могу определиться, как мне армию выстроить. Вот, тем более, все армии средневековья, они сражались в таких линейных порядках, и их нельзя разрывать было, иначе очень быстро начинал коллапс управления. Вот, поэтому, собственно, нужно вот поддерживать порядок, продвигаться вперед, перестраиваясь линиями. А поскольку у нас лагерь с постройками, это означает, что эта линия у нами все равно будет разорвана. И я сейчас очень долго пытаюсь сообразить, как же мне входить-то в этот лагерь. Ну, то есть для меня было бы сейчас проще, если противник на меня хотя бы какими-то силами выдвинулся, и я, соответственно, нанес ему поражение, во-первых, закидав стрелами, вот, а во-вторых, приняв копья. Вот, но пока что этого не происходит. Значит, первая линия, ну, у меня традиционное построение, достаточно компактное, без разрыва. Первая линия у нас образуется... осигару с копьями, то есть крестьяне. Во второй линии у нас стоят стрелки. В количестве, да, стрелки стоят. А за ними как раз стоят отряды самураев, то есть наиболее моих дисциплинированных и профессиональных воинов. Кавалерия, соответственно, на флангах. Отряд полководца, который здесь должен воодушевлять и уже только во вторую очередь наносить поражение противнику. Он, соответственно, стоит за третьей линией и ободряет своим примером, что я здесь, я живой, и, соответственно, все хорошо. Вот мы подошли вплотную к лагерю. Я нашел форму построения своего боевого порядка. Вот, и потихонечку продвигаюсь вперед. Да, вот видите, тут вот это вот самого первого, наверное, самое первое Total War у меня вот... вот такая вот манера игры. То есть создав боевой порядок и вот потом вымерять, чтобы он без сдвигов двигался вперед. Потому что все начинаются, когда движение, то он начинает разрушаться. Если противник ударит в этот момент, то это опять же грозит нам потерей управления и хаосом. Так, ну вот огневые контакты, так скажем. Наши лучники начинают обстреливать лучников противника, сигару с луками. Значит, общую силу армии можно посмотреть, кто не знает, в верхнем правом углу, где находится цветовой индикатор, полоса, разделенная на две части, прямоугольники, желтый и красный. Соответственно, желтый это наша сила, условно, да, в совокупности, а красный это сила противника. В данный момент противник нас превосходит. Ну, я принял решение атаковать кавалерии, потому что, да, стрелами очень долго это будет.
И поскольку противник не подошел, ну вот, поэтому я подумал, что решительнее будет просто разбить кавалерии их и все. То есть немножко упростить нам процесс. Ну, что и было блестяще выполнено. Так. Противник, видимо, настолько запраздновался. К оружию! Всем к оружию! Ну вот, поднята тревога в лагере. Ну и сейчас, скорее всего, начнется движение какое-то. Нет, стоят на месте. Меня это смутило очень сильно. То есть я все еще рассчитывал на бой решительный. Но поскольку этого не произошло, вот видите, приходится начинать дробить свои части. Чтобы они каким-то образом занимали позиции между построек. Честно говоря, в этом процессе мне всегда больше нравится процесс обороны, чем наступления. То есть оборонять крепости, ну, в основном в Total War средневековье, мне гораздо больше нравилось, чем их штурмовать. То есть я эффективно там и баррикады строил, и знал, кем загородить улицы. Вот. Артиллерия, когда появлялась, это вообще моя обожаемая была, обожаемый был вид боевых действий. Так, ну вот начинаются контакты пехоты. На нас наступают самураи с катанами, а Сигару против них, ну, слабенькие, поэтому надежда на то, что лучники сейчас нанесут какое-то поражение огневое. Набунага атакует! Защищайте господина Ясимото! Ну вот, да. Уже непосредственно в лагере самого военачальника поднята тревога. Ну и теперь к нему, естественно, не прорваться, нужно вести бой. Ну, в принципе, смотрите, да, как тают силы отрядов, которые непосредственно сейчас в контакте. Их было 200 человек, вот остается уже по 127 в двух отрядах. Так, ну и здесь начинается рубка. Я выдвигаю на помощь уже профессиональных воинов. Потому что есть сомнения, что они устоят по Сигару без помощи. Так, кавалерия противника отражена, но подошла пехота. Я выдвигаю своих самураев. Они противнику бьют, ну, в общем, начинается свалка. Так, ну вот этот отряд у нас уже все, готов капитулировать, его силы тают. Я посылаю им помощь, ну и сюда то же самое. Ну вот один отряд, все, он бежит с поля боя и вообще даже исчез. То есть... хорошей иллюстрации, чего стоит Асигару. То есть, по крайней мере, рекруты свеженабранные. То есть, практически это как новобранцы в игре Order of Battle. На один бой. Еще один отряд у нас бежит. Центральный отряд Асигару я снимаю с центральной позиции и направляю на помощь. Потому что по центру у нас никто не атакует. Здесь обнаруживается абсолютно странное. Лучники противника подошли вплотную к моей кавалерии и ведут обстрел. Ну, очень сложно сказать. Такие вещи вообще искусственный интеллект не допускает, как правило. Я был очень удивлен, что такая ситуация возникла. Но, в принципе, это в мою пользу, потому что они не стали обстреливать моих всадников, а дали нам шанс их разгромить. Значит, здесь я включаю в работу кавалерию, которая должна противника обойти. Вот, и нанести ему удар. Ну, такой растянутый удар, потому что всадники, видите, обходя здание, растянулись очень сильно. И впечатляющего такого наскока не получилось. Но, тем не менее, противник обратился в бегство. Мы добиваем его стрелами, преследует кавалерия. Оставшиеся Сигару ободренно идут вперед. Подключается еще один отряд кавалерии и все, противник, в принципе, здесь разгромлен. Теперь в этой ситуации, как и в реальной жизни, в те века, нужно было остановить вот это продвижение, ну, преследование отступающего неприятеля, пока основные силы не разгромлены. Вот, иначе это очень быстро могло обратиться в наше поражение. Поэтому я сейчас решительно останавливаю процесс преследования и собираю все свои подразделения обратно в единый боевой порядок.
То есть, если этого не сделать, опять же, противник может застать нас врасплох и нанести поражение. Так, вот здесь мы опять... мое упущение. То есть, я прозевал, что противник отрядом Асигару ударил по моей кавалерии. В результате нанес нам очень большие потери. От отряда осталось всего 17 всадников. Ну и все, у нас отряд один вышел из строя. Так, бежавшие было два отряда Сигару, общей численностью порядка 120 человек, пришли в себя, вот, и готовы вернуться на поле боя. Смотрите, сбились как спартанцы практически в клубок, ощетинились копьями, и моя кавалерия там ничего не может сделать. Значит, на данный момент, смотрите, мы кавалерию потеряли больше половины, то есть у нас остался отряд полководца и два отряда самураев конных с катанами. Значит, наименьшие потери понесли самураи, соответственно, пехотинцы, все пять отрядов у нас присутствуют на поле боя, вот, но три из них понесли потери больше половины, то есть было там, нет, не больше половины, там по 160, по-моему, их было, да. То есть, ну все равно, потери у трех отрядов значительные, два почти полных. Что касается Асигару с копьями, два отряда у меня потерь, ну практически не понесли, незначительные. Остались в боевом составе и два вернулись на поле боя, которые ранее бежали. Лучники потерь не понесли вообще, у нас 600 человек с луками. И мы, соответственно, движемся в центр вражеского лагеря. Вот красная палатка. И нас пытаются, смотрите, атаковать с фланга. Разворачиваемся навстречу. Но в этой схватке там, я думаю, про все решено. Противника заведомо меньше. Так, пытаюсь я сейчас опять же развернуться как-то в порядке, иначе у нас все скучились. Тем более противник, по-моему, ведет по нам обстрел из луков. Так, выбираем самураев с катанами, выдвигаем их в центр вражеского лагеря красной палатки. Я тут не очень понял условия победы, то есть я должен ли я просто прорваться к ней и все. Вот. Ну вот сейчас в данный момент я это пытаюсь узнать, то есть направляю туда самураев. Так, здесь у нас бой все-таки продолжается, я поторопился с оценкой событий, поскольку это Асигару против Асигару, они, видите, решительного преимущества не могут иметь друг перед другом. Только если численность тогда рулит. Поэтому я направляю им помощь. Иначе они там долго будут толкаться. Ну и я, в принципе, стою вот у центра, ничего не происходит. Так, ну там на фланге мы разгромили. Значит, лучники даром время не теряют без моей команды. Видите, тучи стрел летят во вражеских лучников, насколько я понял. Так, мы обнаружили еще один отряд. Это Асигару с Яри, с копьями. Так, сейчас тоже пытаюсь на фланг выставить конницу для того, чтобы атаковать их с фланга. Но местность крайне для этого неудобная. И обратите на баланс, у нас силы равны. Так, я бросаю в атаку пехоту. И кавалерия сейчас должна во фланг ударить. Так. Ну, время для кавалеристов. Пехота связала боем противника. Так, здесь мы у палатки стоим. Уже достаточно много нас здесь собралось, но ничего не происходит. Так, ну а здесь у нас что? Противник. На наш лагерь напали! Угу. К оружию! Ну, лагерь огромный, видите, только информация доходит. Видимо, очень сильно праздновали. Армия на бунаге окружила ущелье. Предупредите лагерь! На бунаге это мои войска. То есть противник куда-то посыльных посылает с информацией, что мы на них напали. Откуда-то ждут подкрепления вообще. Скорее всего, да, в этом дело, поскольку значится два полководца. И второго я, правда, не записал, но был еще там, как на флоте говорят, младший флагман. Так, конница противника нас атакует. Так, в этом месте у меня два отряда, и я направляю туда подкрепление.
силы тают. У нас два отряда. Все, один, смотрите, признаки сдачи демонстрирует. Бегство, точнее. Так, подходит наша кавалерия. Бой. Ну и кто кого здесь, собственно, перетопчет. От моей кавалерии, обратите внимание, остался только один отряд. Все, 67 всадников. Второй отряд — это телохранители самого полководца нашего. Это уже крайний резерв, 40 человек. По моим субъективным представлениям об игре, здесь даже тяжелые всадники, тяжелая пехота, они тают очень быстро. То есть, когда начинается реальный контакт, потери несут очень большие, и надолго их не хватает. То есть, по-моему, и в Риме, и в Средневековье именно вот бои в полный контакт, они идут дольше. То есть, доспехи, броня, то есть, особенно когда это идет там всякая рыцарская пехота, они продолжают бойцам вести бой гораздо большее время. Вот. А в Total War, Сёгун 2, по крайней мере, очень быстро битва разворачивается, то есть стремительно. Если допускаем ошибку, то это, как правило, нам очень дорого обходится. Так, противник продавил наши эти отряды, и, соответственно, разворачивается бой в центре лагеря. То есть они, в свою очередь, рвутся к палаткам. То есть я сейчас подвожу копейщиков. Пытаюсь определиться, что у меня еще осталось, что можно бросить в бой. Отряды один за другим, смотрите, видите, покидают поле боя, убегают. Так, ну вот, тут уже сплошная такая массовая драка происходит. Пытаюсь перенаправить лучников, которые все еще практически не тронуты. И включаю, короче, им опцию рукопашного боя. Потому что из луков уже стрелять непонятно куда. Да и слишком мало воинов на поле боя. Так, вот у меня еще... Да, подключаю полководца своего. Все, это уже до края дошло. Сейчас 40 всадников бросаем в атаку. Потому что вражеская толпа объективно больше, чем моя толпа. Это значит, что мы проиграем. Сейчас вся надежда на них, что они врубятся в спины. Баланс все еще на середине. То есть преимущества нет ни у кого. Но мой удар вроде как сильно помог. Но обратите внимание, у нас осталось на данный момент всего 32 уже всадника всего. Остальные полегли. 31, 30. То есть это значит, что их надо выводить из боя, иначе есть риск, что и полководец погибнет. Ну, вроде как победили тут локально. А противник, смотрите, еще один отряд бросает в бой. И я судорожно пытаюсь вывести из боя отряд полководца, от которого осталось всего 19 человек. Я думаю, что гибель полководца, наверное, автоматом приводит к проигрышу сражения, скорее всего. То есть, если историческая личность погибает, ну, по идее, провал. Так. Наша пехота остается один на один с противником, но мы сейчас там, по-моему, задействовали отряды, которые еще имели, чтобы они начали... Да, идут. Подходит толпа сзади. Противник не ждет удар. Ну и желтые флаги нашей армии поглощают противника. Мы победили. И ползунок, обратите внимание, баланс сместился в нашу пользу. То есть красный стал меньше. Это означает, что мы в данный момент имеем преимущество на поле боя. В это время я все пытаюсь понять, что же, каким образом-то выигрывается это сражение. То есть, видите, красная стрелочка нам горит. Вот, мы там стояли, ничего не происходит. Вот, и я в такой легкой панике, потому что от моей армии осталось всего-навсего 17 человек телохранителей нашего полководца. Вот, три отряда самураев. Четвертый вроде как пришел в себя, в количестве 51 человека сейчас должен вернуться. Вот, Асигарус, Ярия, один отряд, 117 человек.
и серьезно потрепанные три отряда лучников. То есть каждый потерял больше половины. То есть если еще одна такая решительная свалка, будет проблематично устоять. Вот, а победа мне не засчитывается почему-то. Ну, на самом деле, на данный момент я знаю почему. Чуть позже это будет видно. Единственное, непонятно, можно ли было бы сражение выиграть вот непосредственно, просто встав у палатки и все. То есть переигрывать у меня как-то желания нет. Я думаю, это условие вряд ли будет повторяться. Потом. Так, ну мы движемся вперед. Остается, в общем-то, решительно действовать и наносить ущерб основным силам противника, пока они не соединились. На нас надвигается, по-моему, кавалерия. Так, я даю команду лучникам разбежаться и пройти через боевое построение, чтобы встретить удар кавалерии пехотой, которую я замассировал в шеренге. Так, ну, кавалерия догоняет, это вражеский полководец еще один. Истребляют наших лучников. Так, в бой вступает пехота. Свалка. Принимаю решение охватить их и ударить в тыл имеющимся свободным отрядом, который не занят в этой мясорубке. Но мы успеваем это сделать. Начинается окружение всадников противника. Вот, и один за другим мы их выбиваем из строя. Но до конца бьются, будучи даже в окружении. Ну вот, все. Все, видите, сломались. Здесь мне очень нравятся вот эти моменты, когда противник ломается. То есть уже. То есть дрались. И тут раз, типа, и вот видно, что все, сломались. И в этот миг все начинает обваливаться. И я думаю, это очень такая хорошая симуляция того, как это происходило. Вот, сейчас я начинаю догадываться, что возможно, нам нужно встать. Вот в этот желтый кружок конкретно. То есть, когда мои самураи туда подходили в количестве 5 отрядов, ну, возможно, ни один из них в этот точный кружок не встал. А это вроде, ну, возможно, опять же, я не знаю точно. Вероятно, это является триггером, который засчитывает победу. Ну, то есть, занимаем триггер и, соответственно, победу. Потому что, как вы понимаете, истерзанные мои войска, от которых осталось всего-навсего, не так много, да? То есть была первоначально вся шкала занята. Вот. То есть это не очень так похоже на громкую такую оглушительную победу, которая была одержана в реальной жизни. То есть что-то здесь не так. Так, выдвигаемся вперед. Один отряд я направил на маркер. И смотрите, возникает, сейчас курсор указывает на возникшую такую иконку, на которой идет отчет времени. На данный момент 43 секунды. Ну, вот, собственно говоря, наверное, это и нужно было сделать. То есть сразу встать туда, запустить этот значок, и, соответственно, победа была бы в наших руках, то есть без всей этой мясорубки. Так, но тем не менее, пока таймер рассчитывается, мы вступаем в бой с последними отрядами противника. Противник, отряд противника целый, мои все очень сильно истрепаны. Так, ну, стрелы несколько человек выбили, схватка. Полководца, принимаю решение направить на атаку вражеских лучников, но при этом делаю это очень плохо через строй противника. Ну и, собственно, все. Как бы на этом нам засчитана победа. Сейчас давайте просто досмотрим процесс уничтожения вот этого отряда.
Так, ну здесь мы обратили противника в бегство, там лучники стояли. Ну и, собственно, на этом все. Здесь победа, противник истреблен полностью. Маркер баланса стал полностью желтым. Это означает, что все, мы победили. Остается просто преследовать вот эти два отряда, которые уходят с поля боя. Вот, и если... Ну, короче, тогда игра закончится за отсутствием противника на поле боя. Вот, пока они все отсюда не сбегут, соответственно, бой автоматически не закончится. Так, все, друзья, вот нам остается посмотреть только финальную таблицу, во что это все обошлось. Сейчас давайте я это продемонстрирую. Так, сейчас где у нас? Так. Сейчас, один момент. Вот, финальная таблица результатов, то есть во что у нас обошлось обеим сторонам это сражение. Так, ну и по цифрам я командовал Ода отрядом, ну, с армией Ода Набунаги. У нас было на поле боя развернуто 3040 человек в общей сложности. Из них мы потеряли 2279. Ну, к сожалению, вот остатка. По-моему, раньше остатки показывались, то есть, чтобы не высчитывать. Ну, грубо говоря, 2300 потеряли, осталось у нас 750 человек примерно. Вот. При этом мы уничтожили 3968 противников. Ну, то есть больше, чем у нас даже было. Противник у нас был представлен двумя армиями. Основной наш оппонент — это Имагава Юсимото. У него было под ружьем, хотел сказать, под копьем 2320 человек. Из них он потерял 1738. И нанес нам потери в 1140 человек. То есть половину. Вот. И второй отряд — это Ли Наомори. У него было даже больше, 2520 человек. Из них потеряно было 2236, и нанес он нам потери в 1129 человек. Вот, собственно говоря, такое вот сражение мы разыграли, которое случилось у нас в 1560 году и очень важное в японской истории. Ну, собственно говоря, на этом все. Друзья, я надеюсь, понравилось. Старался как мог комментировать. Возможно, в дальнейшем мы столкнемся, ну, в смысле, я запишу битвы по другим, так скажем, историческим выдающимся сражениям. Просто реально интересно узнать, все-таки приобщиться к истории такой загадочной страны, экзотической, как Япония. Вот. Все, друзья, на этом все. С вами был Волк. До следующих встреч. Всем пока.